Сегодня в выпуске. В Ачинске провели работу над ошибками. Дорожники под трубой заровняли асфальт. Вот интересно, мне одной кажется или все-таки плохо укатали? А народный мэр Анна Ахметова проверила, как сделали и что переделали. Ну это просто какой-то трэш 80-го уровня. Необычное кафе появится в Ачинске. В меню котики. Дарья Потехина расскажет, сколько стоит обед с котятами и зачем это посетителям. Что изменилось в льготах? Есть новости для мам с малышами и льготников по возрасту. У ачинцев есть шанс получить автомобиль за шубу. Смотрите подробности во второй части выпуска. Ой, вы знаете, счастью моему нет предела. Это к чему я? Вот смотрите, как у нас в городе. Сперва делали, потом сделали, и вот бац, переделали. Интересно, а где же логика? Здравствуйте, главную по Ачинску, Анна Ахметова проверяет работу над ошибками. И сегодня я вам даю первую порцию абсурдных поступков наших чиновников. Не поверите, пешеходный переход на Профсоюзный наконец-то открыли. Напомню, этот пешеходный переход уже не первый месяц мозолил глаза ачинцам. Возмущения от народа посыпались во все социальные сети. ОСА показала и даже присвоила этому казусу первое место в топе маразмов нашего городка. Были обращения в администрацию, а это она была инициатором установить удерживающий пешеходный заборчик. Тогда в мэрии обещали, что откроют, но не ранее 2019 года. Все-таки очень круто, когда в Ачинске происходят вот такие перемены. Пешеходный переход открыли, дорожку новую сделали, но какой ценой? Жители жаловались. Чиновники, конечно, отреагировали поздновато, но в этой ситуации лучше поздно, чем никогда. Ну, для меня, конечно, честно, очень веселит меня эта ситуация, потому что как можно за лето сперва сделать, а потом переделать? Ну, это просто какой-то трэш 80-го уровня. Ну, а теперь самый главный вопрос. Интересно, сколько же все-таки это стоило? Узнать ответ на главный вопрос, сколько же все-таки потратили средств, сегодня не удалось. Впрочем, как и обычно, в пресс-службе мэрии очень долго готовят ответы на вопросы телеканала ОСА. Вот интересно, мне одной кажется, или здесь действительно как-то неровно? Это уже вторая наша проверочка. Это уже знаменитая улица по второй кирпичной. Напомню, совсем недавно здесь сделали по гарантии ремонт. Здесь была некая такая некая колейность, ее убрали, как вы видите, и закатали новый асфальт. Но самое интересное, что, как говорят автолюбители, что здесь такое чувство, что будто проезжаешь как по стиральной доске. Такое чувство, что сделали не дорогу, а наложили такие небольшие бугры. Теперь, наверное, самый главный вопрос, проверяли эту дорогу, приняли ли эту дорогу, ну и вообще, по каким стандартам здесь укатывали асфальт. Как нам удалось выяснить, ответственность за качество дороги несет Ачинская ДРСУ. С этой фирмой заключался контракт, а по факту 3 года назад вторую кирпичную асфальтировали дорожники фирмы «Аккорд». Они же и выполняют гарантийный ремонт. Со слов Юрия Симоновского, директора Ачинского ДРСУ, этот участок дороги еще не проверялся на качество ремонта, но отметил, что к концу этой недели специалисты сделают все необходимые замеры. О результатах обязательно расскажем. Также вопрос остался открытым по поводу лестницы по улице Красного Октября. Люди не понимают, как же принимали эту дорогу. Подход до этой богом забытой лестницы сделали, а вот проблема осталась. Напомню, телеканал ОСА уже освещал эту тему. После выхода нашего сюжета чиновники обещали еще летом привести ее в божеский вид и даже потратить на это 350 тысяч бюджетных рублей. Но, как показывает практика, мэрия живет будто в другой реальности. Замечу, что в городе строительно-ремонтный сезон заканчивается 15 октября. Ставим ставки. Анна Ахметова, Александр Сиделев, новости телеканала ОСА. В Следственном комитете сегодня прокомментировали уголовное дело в отношении районного чиновника. Александр Чайковский, директор управления капстроительством и ЖКХ, подозревается в воспрепятствовании предпринимательской деятельности. Телеканал ОСА сообщил об этом накануне. Сегодня мы получили официальный комментарий, вот что рассказали в пресс-службе Следственного комитета. Региональными следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности юридического лица, причинившее крупный ущерб». По версии следствия, в 2018 году
между МКУ, УС и ЖКХ Ачинского района и обществом с ограниченной ответственностью районное коммунальное хозяйство заключено соглашение о предоставлении субсидий на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги. Согласно графику платежей за июнь 2018 года в адрес общества с ограниченной ответственностью районное коммунальное хозяйство должна была быть перечислена субсидия на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги в размере 2 миллиона 880 тысяч рублей, за июль 480 тысяч рублей. Однако директором МКУ с целью воспрепятствования законной предпринимательской деятельности в виде создания условий неплатежеспособности общества с ограниченной ответственностью не перечислена субсидия на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги за 2 месяца на общую сумму 3 миллиона 360 тысяч рублей, чем обществу с ограниченной ответственностью районное коммунальное хозяйство причинено крупный ущерб. По нашей информации, в ближайшее время следствие может ходатайствовать об отстранении Александра Чуйковского от должности. В администрации района отказались комментировать ситуацию. Исполняющий обязанности главы Владимир Часовских по телефону объяснил, что официальных документов о возбуждении уголовного дела в отношении его подчиненного пока не поступало. До тех пор никаких комментариев власть дать не может. Сам Чайковский на звонки журналистов не отвечает. Так что вопрос, действовал ли он по своему разумению или получил приказ от руководства, пока остается открытым. Анна Ахметова, Наталья Сусанина, Александр Сиделев. Новости, телеканал АСА. Лифт по улице Кирова 8 не работает. Специалисты отключили его перед проведением капитального ремонта. Замечу, это первая замена лифта по программе капремонта. Региональный фонд появился в Красноярском крае около 5 лет назад. Работы будут выполнять монтажники ачинской фирмы ООО «Лифт». По контракту на такие работы отведено 3 месяца. Со слов директора подрядной организации Александра Герасименко, опыт монтажников его фирмы позволяет сделать работы в 2 раза быстрее нормативных и сохранить при этом качество. Замечу, по техническим требованиям срок службы лифта в жилых домах составляет 25 лет, после чего оборудование нужно заменить. 8-му дому на улице Кирова уже около 27 лет. Его обслуживанием занимается управляющая компания «Горжек». По нашей информации, откапиталить лифт в этой 9-этажке обойдется жителям около 2 миллионов рублей. А в следующем году будет первый в истории регионального фонда капремонта капитальный ремонт фасада здания. Кстати, дом находится тоже на Кирова. Дарья Потехина, Вильдан Калимуллин, новости телеканала АСА. Нет машины? Шубы нет? Вот вам маленький секрет. В Белке шубу покупай и машину получай. Много шуб в рассрочку. 4 и 5 октября в магазине «Посуда-центр». Внимание, открылся магазин «Воздушный мир». Праздник нам приходит. Ни один праздник не обходится без нас. Запоминайте адрес. Проезд авиаторов 6D. Бесплатная доставка. Круглосуточно. Гипермаркет «Маяк». Горбуша свежемороженая 1 килограмм. 129,90. Автошина шипованная «Камма» 1899,90. Колготки 80 ден 117,90. Проезд авиаторов 5А. Спешите! Большое поступление верхней одежды. Размеры от 42 до 80. Евромода, 5 микрорайон возле 5 дома. Соболь, 3 микрорайон около ТЦ «Весна». Сегодня в поселке Горный нашли труп несовершеннолетней девушки. Он был обнаружен около 3 часов дня в районе хозяйственных построек по улице Новой. Нашли труп в грибной яме рабочие, когда начали ее откачивать. Напомним, что неделю назад полиция объявила в розыск 15-летнюю девушку, которая проживала в Горном. Тогда она ушла из дома и не вернулась. Как сообщает Следственный комитет, труп именно этой пропавшей школьницы и был обнаружен сегодня. Видимых признаков насильственной смерти не обнаружено. Все обстоятельства гибели девушки сейчас выясняются. Сейчас ведется следственная проверка по окончанию конторы и будет возбуждено дело. Отмечу, что причины смерти могут быть какими угодно. Сейчас проверяют разные версии. От самой обычной, от переохлаждения до использования газовых баллончиков. Но это пока все предположение. Анна Ахметова, Александр Сиделев. Новости телеканала АСА.
Неожиданное кадровое решение в Ачинском районе. Руководитель правового управления Ольга Ключеня назначена заместителем главы по общим вопросам. При том, что недавно райсовет оценил работу ее подразделения на двойку. Повышение чиновница получила за подписью Евгения Розенчугова, который сейчас находится в отпуске. Теперь у главы три заместителя. Рособорнадзор объявил о масштабной проверке учителей на профпригодность, пишет РБК. Затронет она 18 тысяч педагогов из 45 регионов. Учителям предстоит выполнить специальные задания по дисциплинам, которые они преподают, а также ответить на вопросы по психологии и педагогике. В этом году проверят преподавателей русского и литературы, математики, информатики, истории и обществознания, а в следующем учителей географии, физики, химии, биологии, естествознания, иностранных языков и физкультуры. И эта проверка ожидается еще масштабней. Добавим, что в Ачинске к началу учебного года не хватало педагогов по химии и английскому языку. Мэрия ответила на жалобу жителей улицы Профсоюзной. Напомню, около месяца назад телеканал ОСА показывал сюжет о том, как люди живут по соседству с канализационными зловонными стоками, которые два раза в год затапливают дома. Долгое время люди не могли добиться хоть какой-то реакции от мэрии. После сюжета ОСЫ администрация прислала ответ на просьбу жителей. Вот что пишут. Администрация города в настоящее время принимает бесхозную сеть в муниципальную собственность по профилактике. Как уверяет мэрия, работы уже ведутся. Отмечу, что подобных бесхозных сетей в Ачинске много. Теперь жителям Профсоюзной остается ждать, когда до них дойдет очередь. Как долго будет служить шуба, зависит от ее качества. Существует несколько типов норки – русская, американская и скандинавская. Русская норка имеет высокий остевой волос и густую высокую подпушь, в результате чего изделие получается очень теплое. Немалое значение имеет блеск. Он присущ только меху с остью. Чем сильнее она выражена, тем естественнее будет блеск. У скандинавской блеск мягкий, нередко черную скандинавскую норку называют черным бриллиантом. Сильнее всего блеск заметен у русской норки. Высокоосный мех лучше борется с загрязнениями. Меховые волоски отталкивают грязь. Зато низкоосный дольше служит. Такой мех не обломится и не пострадает. Что выбрать, решайте сами. Негласной столицей меха в России является город Киров. Причем, уверяют эксперты, хорошая норковая шуба не обязательно должна быть баснословно дорогой. Ради женщин всей страны продавцы снижают цены на любимые шубы. На выставке «Вятские меха Белка» можно найти норковую шубу за 44 тысячи рублей, а мутон всего за 14 900. Также на выставке большой выбор шуб из пушнины, дубленок, жилетов, мужских и женских головных уборов. Все изделия безупречного качества. Цены приятно удивят всех. Любое изделие можно приобрести в рассрочку до 3 лет без первого взноса и переплаты. Только в октябре при покупке мехового изделия можно принять участие в розыгрыше автомобиля Volkswagen Polo. Также на выставке действует акция. Найдешь дешевле, снизим цену. Выставка «Вятские меха Белка» в Ачинске только 4 и 5 октября. В посуда-центр, микрорайон 8, строение 5А. Магазин низких цен «Светофор». Шины «Кама» R13 и R14 шипованные, 1985 рублей. Автокресло детское 2530 рублей. Новое поступление зимней одежды и обуви. Женские, мужские, детские пуховики и обувь. Планета одежды и обуви. Абаканская 10 и ЮВР 17А. Сегодня специалисты управления соцзащиты рассказали об изменениях в льготах. Мы подготовили понятную памятку. Льготы на оплату услуг ЖКХ и проезд. Перемены коснутся тех, кто получает льготы на проезд и оплату коммунальных услуг по достижению пенсионного возраста. Речь идет о ветеранах труда, чернобыльцах, неработающих пенсионерах. В связи с пенсионной реформой, когда увеличен возраст выхода на заслуженный отдых, льготы будут назначаться иначе. Меры социальной поддержки. Ежемесячная денежная выплата, меры социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг будет привязана не к пенсионному возрасту, а к возрасту для мужчин, достигших 60 лет, женщин 55 лет. Чтобы получить эти льготы, нужно обратиться в управление соцзащиты. Действовать изменение начнет с 1 января.
помощь малообеспеченным родителям с малышами. Важное изменение для малообеспеченных семей с малышами до года. Теперь родителям не нужно брать справки, подтверждающие их статус в соцзащите, чтобы получить молочные продукты. Процедура стала проще. С октября 2018 года список детей из малоимущих детей будет передаваться в Министерство здравоохранения каждые 10 дней. Списки автоматически будут передаваться в здравоохранение, дети уже будут в этом списке. За назначением молочных продуктов с учетом здоровья малыша родители, как прежде, обращаются к участковому педиатру. По данным соцзащиты, таких детей в Ачинске около 900. Получение знака «инвалид» на транспорт. Теперь по федеральному закону разрешена бесплатная парковка инвалидам, имеющим автотранспорт. Это касается инвалидов первой, второй и третьей группы, а также лиц, которые их перевозят, и законных представителей детей-инвалидов. Для того, чтобы осуществлять эту парковку, необходим специальный знак «инвалид». Этот знак можно получить Бюро медико-социальной экспертизы по месту жительства. В Ачинске пока нет платных парковок, а ближайшие расположены в аэропорту Емельянова и Красноярске. Уже завтра, в четверг, 4 октября, откроется новое кафе. В меню будут котики. Есть пушистых, разумеется, никто не будет. Только гладить, кормить и наслаждаться мурчащей компанией. Организатором кота-кафе в Ачинске стал приют для животных «Доброе сердце». Администратор Ольга рассказала, для чего такое открытие. Кота-кафе для тех, кто очень любит животных, но по каким-то причинам не может их содержать дома. Могут прийти в наше кота-кафе, пообщаться с ними, порелаксировать, почитать книжки, а просто вообще отдохнуть в кругу любимцев пушистых. Это для помощи приюту, для содержания животных, улучшения их условий проживания. В приюте около сотни кошек и столько же собак примерно. Первое время посетители будут встречать 5 котов и кошечек. Замечу, при желании вы можете здесь же выбрать себе питомца. Пообщаться с кошками можно на третьем этаже торгового комплекса «Атриум». Всю информацию уточняйте у администратора приюта «Доброе сердце» по телефону 5-61-16. Дарья Потехина, Вильдан Калимуллин, новости телеканала «Оса». Спонсор прогноза погоды – компания «Енисей Агро». Компания «Енисей Агро» предлагает жителям Ачинска мясо свинины, говядину и курицу в большом ассортименте и по приятным ценам. Особые условия мясникам и магазинам. Мы находимся на Крайбазе, Кирова 3, склад 10.